Сегодня Всемирный день улыбки и день образования штабных подразделений МВД России. А с вами я, Настя Космос, расскажу о погоде в пятницу и в ближайшие выходные. Последний день уходящей рабочей недели порадует краснодарцев солнечной погодой. При этом столбик термометра поднимется до отметки 23 градуса. Прохладно будет из-за порывов северно-восточного ветра до 9 метров в секунду. Немного теплее будет в субботу до 23 градусов. Но с обеда придет сильный восточный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. А в воскресенье в Краснодар придут дожди. Они начнутся с полудня, но не должны быть сильными. В этот день будет заметно прохладнее, и градусники покажут всего 20 градусов тепла. А в России сегодня отмечает свой день рождения наш президент Владимир Путин. Редакция «Блокнот Краснодар» поздравляет именинника и желает ему всегда хорошей погоды.